Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на развлекательном канале Игробар. У микрофона Дмитрий Кубанец, и мы продолжаем проходить дополнение Fast and Furious для игры Forza Horizon 2. Вот мы в прошлый раз добыли себе Bugatti Veyron, и теперь у нас на очереди последняя машина из нашего списка – Maserati Ghibli. Эта тачка хороша, не спорю, но для этого заезда она не подходит. Выбери другую. Так, ребят, я тут не на запись просто забрал подарок из Forza Hub, который вот в одной из прошлых серий открывал. Этот подарок оказался Lamborghini Huracan. Huracan LP610-4. Давайте выберем. Это как бы такая титульная тачка Forza Horizon 2. Грубо говоря, личная тачка главного героя. Короче, тебя ждет гонка по прямой. У тебя будут сильные соперники, как я слышал. Выложись по полной. Так, напряжемся. И сделаем его. Так, вот Гибли едет, я вижу. Ну, Huracan все видели. Салон и внешность машины. Замечательная машина. Да блин, баран, что ты задницу подставил-то? Ты... Пидерас. Фух. Что-то я начинаю нервничать в такие моменты. Какая-нибудь скотина мешает мне ехать. Вот чё ты тормозил здесь, а? Чё, накатом нельзя было пройти здесь? По-твоему. Дегенератушка. Ох, нифига себе. Прям как у меня тачка. Чарджер красный. Как у меня со спойлером еще. Господи, что это было? Почему мне куда-то вынесли? Куда? Что со мной? Почему я так плохо еду? Замечательно. Превосходно. Я вот, наконец финиш, чтобы можно уже прикопить спокойно. Отлично. Круто. Более чем. В последний раз я такие гонки видел в Майами. Прям полно отсылок. Фильма «Форсаж». Он готов поставить свою тачку на кон. Я отметил место на карте. Так. Слушайте, давайте быстро перемещусь. Я не хочу на этой тачке ехать. На Вероне.
Она все-таки быстроватая для меня, на мой вкус. Возьму-ка я Уракан, наверное. Ну ты кретин, ты чё на встречку выехал-то, а? Блин, дебил. А, господи. Окей, доехали. Тебе решать, Вейрон? брат. Странно. Неужели эта гибель такая прям супер быстрая? Что именно на Вейроне нужно ее обогнать? А, ладно. Я не против. Пусть будет так. Это классическая уличная гонка. Кто быстрее, тот и победил. Ты ведь не дашь этому чуваку себя обойти. Покажешь, кто тут босс? Поехали. Блин, она явно не в том классе едет. Помни, в зачем? Этой гонке можно использовать нитро. Не стесняйся, это даст дополнительное преимущество. Блин, в этой гонке надо было Huracan или GTR использовать. Это бы мне дало преимущество, а не нитро. Блин, что он тут делал? Что это? Что этот дебил тут делал? Я не понимаю. Фу, надо успокоиться. Ты его обогнал. Продержись так до финиша, и победа твоя. Все, прямая, пошли, нитро. Давай, детка, тащи. Отлично. Даже вторым приехал. Только вы, наверное, обогнал меня. Это последняя тачка, чувак. Впечатляет. У нас есть все тачки из списка. Я сделаю пару звонков и договорюсь о доставке. Круто. А что со мной-то будет? Ты меня пристрелишь? Чтобы я не рассказал копам, которых тут нет в природе. И дадут ли мне покататься на гибли? Вот это то, что надо. Мой стиль. Я нашел ребят, чтобы отогнать остальные машины к аэропорту. Нехилый будет караван. Предлагаю забиться, кому из вас удастся обогнать самолет. Погнали. Че, вроде прикольная машина. Внутри такая роскошная вся себе. Давайте с самолетом погоняемся. Чарджер 70. Но она явно не для этой гонки. Хочешь сменить ее на что-нибудь более подходящее? О, видите, почти прошли карьеру, осталось только тачки доставить. Это радует. Не, ребят, отличная насыщенная игра. Отличная насыщенная игра.
высококачественная игра, я бы даже сказал. Короче, план такой. Мой приятель летит на самолете за нашими тачками. Проблема в том, что у него нет разрешения на посадку во Франции, так что все это, скажем так, не совсем законно. Тачки надо доставить в аэропорт буквально вчера, чтобы он мог быстро загрузиться и взлететь обратно. Усек? Вчера. Если надо гнать быстрее. Быстрее быстрого. Так, парни на наших тачках едут. Я вижу. Извините, парни, потом солю все на вас, что это вы помяли машину, не еле. Господи, как он, как они мешают, честно, ехать. Нет, еще раз нет. Надо плохо. Надо было лучше притормозить слегка. Гоним. Если удастся или нет. Ребят, напряженный момент. О, да! Да, детка. Мы это сделали. Итак, готово. Теперь у моих ребят есть все необходимое оборудование. У тебя есть новые друзья. Сечешь? Без тебя мы бы точно с этим не справились. Но погодь, на фестивале Horizon есть еще много интересного. Развлекайся пока, а я тебя найду. Удачи. А на чем мы ездить будем, если нас тачки все забрали?
Если интересно, двигай на фестиваль Horizon, увидишь, что к чему. Нет уж, спасибо, у меня есть. А, тут у нас все осталось на выбор гонки. То есть мы снова можем проходить эти гонки, как я понял. Прогресс 93%, статистика. Девяносто 3%, я там, видимо, стенда не сбил. Карьера полностью пройдена, ребята, вот 100%, видите, да? Хорошо, ребят, ну что ж, прошли мы сюжетную часть дополнения Форсаж благополучно. Мне понравилось, скажу честно, мне понравилось. Очень качественная игра сделана, очень прикольно. Просто свежий глоток воздуха, на самом деле. И что я хочу сказать, ребята, ну, у вас есть время до 10 апреля, загружайте поскорее это дополнение на Xbox One, на Xbox 360, проходите, получите много ачивок, много удовольствия, и советую сходить на фильм Форсаж 7, который совсем скоро появится в прокате. Я думаю, вы не пожалеете. А также не забывайте подписываться на наш канал, на нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать видео. У нас будет много интересного, у нас уже много интересного было. Мы стараемся радовать наших зрителей в меру своей возможности. Обязательно будет стрим по списку гонщика, вот именно в дополнение Форсаж. Ну, разумеется, будет еще полно стримов по разным играм, совершенно разным играм. Мы не зацикливаемся на какой-то одной серии игр. Скоро выйдет GTA 5 на ПК, там будут стримы, разумеется. В хорошем качестве будет играть и у нас в Сереге мощный комп. Вот. Ну что ж, ребят, мне было приятно проходить сюжетную часть дополнения Форсаж. Или Fast and Furious, как по зарубежным, если назвать его. Надеюсь, вам было приятно это смотреть. Если так, повторюсь, ставьте лайки под видео, пишите в комментариях, что бы мне следовало исправить. Оставайтесь с нами. С вами был Дмитрий Кубанец. Всем, ребятки, пока-пока.